долговременная огневая точка. Поэтому даже если внутрь попадет снаряд через амбразуру, погибает только один расчет. Справа находятся стрелковые ячейки, откуда бойцы вели огонь, прикрывая дот от штурмовых групп противника. А вот слева виднеется ход в тыл. А навесным огнем по такой маленькой цели попасть очень сложно, что его задевает маршрут катания на танке. Поэтому все-таки аккуратнее. Доберемся до ангара. Серый ангар.